Он сядет на поезд хороший, уедет служить в Ленинград. Он хочет не думать о прошлом, как года четыре назад. Не спит от колесного стука, хоть и на ночь попил не чайку. В окошко уставился Жуков, советник в Афганском полку. Он помнит ту дату, когда в роковом декабре в полку взбунтовали солдаты и ждали его на дворе. И вышел военный советник, не прежний ремень теребя, а там под ремнем пистолетик, девятый патрон для себя. Глаза опускали сарбазы и пятились по одному. Советник страшнее приказа, они подчинились ему. С твоим пистолетиком малым сарбазов погнал он вперед, туда, где за каждым дувалом мятежный строчил пулемет. И шли, пригибаясь от страха, судьбу проклиная, но шли. Советник страшнее Аллаха, когда он из русской земли. Так что ж ты, советник, не весел в экспрессе Москва-Ленинград? Мир тот же из крови и песен, как года четыре назад. Не ты уезжаешь в разлуку, а мы с тобой разлучены. Спи, Виктор Дмитриевич Жуков, советник советской страны.